Чисто настрою все. Все без звука телефонных. Даже да? Сам звуком. Как вам, кстати, оно? Адамлер нема дейді? Консты? Супер! Ушанге клип олямыз. Мам, да, мам кордым, кстати. Яқында констам лен гаплешкеным, да? Нема деда мэнге, что ты им помогаешь клип. Факат бумас, адамлер нема дейді мас. Ещё каналдар клип бойча. Не-не, пока адамлер нема дейді, уже спонсор топтым. Оно именно расходный материал, где там локация, художка и техника. А бутон группам таким гейшли, вот так. Поддержка. Да. Это стоящий проект, но мы сам борлана поддержка хорошая. Да, я, блин. Я же. И то, опять же, это у меня спонсор топа, коммерция кушеп, клипки у Шанчун я в деле. А так, если бы коммерции не было, я бы не брался. Как это так? Просто клип неинтересно. Просто сериал неинтересно, просто кино неинтересно. Mm. Рекламная интеграция и чидабусы ушанный интерес бар. Mm. Интерес, сокали интерес. Да нет, в данном случае без меня, кем уже спонсор топ-ту, мы же ничего не получаем с него. Mm. Но мне очень важно рекламный рынок развивать. То, что факат рекламный ролик холеп, ТВ ехуеп, Инстаграм ехуеп, масс. То, что можно его интегрировать и в клип. И в кино рекламу интегрировать, и в сериалы. Мне это интересно. Бангем кызык өз асылыда. Энди мамнага нәрсе. Просто параллельно өткізсе, агар біз оқшап кетамыз бір-бірімізге. Сіз біланды. Икеламыз ойлаймыз. Икеламыз да ікіде фарзанттан бар. Икеламыз мен сахаға кіріп келгенбіз. Почти примерно битта пайт. Лекин мен йол бошқа в экране йол таңлаганмын, сіз за экраном йол таңлагансыз. И мен барон кино яқынроқ деймінге. Барон мен киноны саханы таңлап, осы жерден кеткенмін, сіз есе продакшн ашдыңыз. У мен продакшн алдым. Реклама олардыз и биринчи ма ану тату хақида реклама. Ўша биринчи реклама ман. Ман уни кўрганимда биринчи марта эсимда бор, ман билмасдим сўгангиз. Биринчи марта кўрган шунақанги ёққан, энди одамларга кўрсатдим, ўрталарга рос кўрсатганмани. Қаранглар, ҳалигача ман уни референс сифатида кўрсатаман бошқаларга. Ман режиссёр бўладими, ким бўладими, ҳалигача кўрсатаман. Ёмон. Хейт вообще там гора хейта была. Да, хейт бўлган, тўғри. Энди бу tushunadigan odam bor, tushunmaydigan odam bor. Menimcha juda ham stilni chiqqan i anu yo'qotilmagan o'tta qanaqadir o'zbekchilik qanaqadir yo'qotilmagan, qanaqadir o'zidan o'zbekskiy stil olib chiqilgan. Yo, men u rolikni nima demoqchi edim, ну вот, men o'zim o'zbekman. Есть татуировки. Хоп. Но lekin bu зарубежный референс ли? Узбей боб турып, если уже оно, решился тату делать, то узбей нарсан забивай. Вот, например, здесь уже у меня пахтагул. Здесь уже, короче, вот. И мне хотелось именно эту мысль донести. Ну да, типа, узбейча нарса не стильный нарса, я на масс. Да, узбейча нарса ям стильный больше. Да, бзада айдентика, оно, это он, ман, буил. Урсла келишватты, мехмонлы, ишляшки, разницы нет. Учуаге, бурауге, мэнда мысал битта тату подарка. Я битта татуны подарка клема. Продакшн, московский продакшн келады, мы бзада обслуживаются хлады. Вот, когда Сбербанк мы снимали, тоже любого адамге битта тату подарка. Потому что в тату-студии офисом стоит, да? Как бы, ну, доступно, короче. Да. И хар битта мехмон пахта гульку яды, ош, еще что-то. Вот наша... Да. Это тасаркалим брумерге, да, копки тогда. Ну, вообще, да. Я, манимче, мастер, егалб татуировка, егалб паса, туризм, а ваш полар. Я, мозан, хсес на кошу, а не хас туризм гитару. Да, есть такое. Бобте, хоп, уже хейт бойгам боса, агар. Лекин стильный чекан, уже ханадр талчок бергам. Йо, нет. Сабаб фестивалге жөнөттү среднеазиатскийге. Ошетте кумуш, по-моему, забрали. Бутун Средняя Азия бойынша бул ролик менен кумуш алып кетти. Бияка келгенибизден кийин афишаге жаздым, спотке жаздым. Ну, ар кыл, короче, паблик кунузге жаздым. Болду публикацияны, аны пулуну берип барамын. Там ошо пайт 5 миллионмы да? Битти аны рекламная публикация. Просто инфоповод, то, что машинага абстракт, машинага ролик алышкан. Среднеазиатский фестиваль, кумыш шоп келишти. Хаммаси отказ берди менге. Нимага? Ну,
мүмкін мас, короче, это не мы чунтром, без этого светское государство же. Ну, блин, я понимаю, да, есть религия, но здесь о религии ничего не говорится. Здесь просто национальная идентика. Ё мүмкін. Ролик өзі қанағыдыр стандартлардан өтмегенлігі үшін отказ берді. Да, да. Я говорю, вы же не ТВ, ТВ-де бар. Там сокол, там татуировка, там есть прям регламент прописанный. А это же диджитал соцсети. И мам плюс еще пульбером оно публикации. Как так? Кем бита бита один из пабликов это более татуировка для замаска бери. Оно кем еще ролик чихас поем за. Я говорю, это же главное в ролике. А кем бы за уже кейс ярб, кейс чихас ду. И вообще, блин, че ролик узен чихас гианом изде, токсон токс фалис хейт боген. Потом мы вытаскиваем как кейс, эткен ситуация полностью описать, когда кем проблема Узбекистана начали показывать и замазывать. Срубка деревьев, цены на мясо, там еще депутат был, там Сардоба была. Мы все это в ролике собрали и все вот замазали, и татуировки замазали. Была проблема, вот все проблемы мы вам закрыли, короче. И у Шанда Токсон Токс Фойз не хейт, а положительные были. Вот здесь красавцы, вот здесь молодцы, вот здесь вот. Правда, кем проверка ке люди еще ролик на кем, короче. А проверки на уголике? Йоки Лиште, там диалог начался, типа, ты кто такой? Но потом решили все нормально. Благо, ну, фирмам тоже, топ-тоза. Ущапает там, берет, там все налоги платим, и к нам тяжело подъехать. Да, это уже надо выдумывать, да? Да. Поэтому бросал тут трудокин кетчет, да? Претензия его. Йо, яхсы бопты, йо, яхсы боген. Ну, барбам, бу ям каналдар перформанс боген, и дорам абстракт учу. Да. Дорам? Бу ям талчок дыса боледам? Боледам. Но я не знаю, что абстракт талчок. Вот сейчас вы говорите талчок, я даже не понимаю, что для нас талчок был. Наверное, фарзантлы. Вообще толчок основной был на абстракте. Ишлеш керей он наки, фарзанты тоглен наки. Раз водам бошка тебе было, да? Вообще. Уша пает, когда как поженились мы, на никнейм Блэкбек Боб Юрардом. Блэкбек, есть им добор? Блэкбек. Ванда команда, да где-то Бриан тоглен был я. И тоглен, и узнаю то, что беременна. Уже нанки, уже все, надо продакшн открывать, надо масштабироваться, бизнес колчим кире, пульт общим кире, фарзан кет уже. Йо, яхсе, бошка леге, масала, у нас это толчок бомаслиги, я могу, да, не мадр барман больше кире, да, мовчим. Да. Йо, зор, мы ждем ее, когда тоже самая, уми, еще рутшиле, уми, бошка продакшн, я канадр, хсакуша следы, барбара, хозергенит берут тут здесь. Boshqa российский продакшнлар kirib qotdi rinokka hammasi imperskiy взглядlar hozir mana o'zbeklarga ko'rsatamiz roliklar olish kerak qanaqa kino olish kerak deb kirib kelishgandan keyin bu yerda уже тайорсызлады? Уже полный тайормыз, и мы полноценный конкуренция берем из российский продакшн. Сабаб мысал, мана январда съемка болады, Тиньковке оламыз. Если Сбербанк мы снимали как продакшн сервис, вот там мысал, агентство бор креативный, продакшн бор, который творческий группа на обкеляды, без Сбербанк еще на холлюдик. И продакшн сервис бор. Без продакшн сервис бор, чхуди, KFC, да, Сбербанк, да, это как локация берем, техническое оборудование берем, там рабочую силу даем, актеров даем, но творческая группа с российского продакшена. А в этот раз Тинькофф мы забрали как продакшн полноценный. Режиссер БЗД, оператор БЗД, вся группа БЗД. Да, я бы тебе разговор с ними чупит, да, Оза, ваше Эткенезге. Труди, вот как раз уже куна танш, брэнч танш по янкунумзе и тут здесь, хоз мене узм режиссер схома, леки мене унчо кызумаз тут здесь. Не мэгэ, сам, мене кызура, копро продюсерский иш, ташкилластырыш, не мэ керей бар, мене хоз усы, канадур, дарэжэге еткэнам, тагдарым дэм, барбарам, башка режиссерлы бар, мене яхшыра, мене улан янлап тұрып, ишлет алима лучше. Да. Мене ошэнда, umuman fikr qarashim, dunyo qarashim o'zgargan edi. Demak, production mamlakatimizda qila olarkan, demak, olib kela olarkan, действительно bu yaxshiroq-u. Chunki tayyor kadrlar bor. Da.
Продакшн просто поэтапнен. Қанчы бізі учарым ел болуян болсы рынокта, төртінші ел болады. Бірінші ел бізі считались творческими. Без художники мы, короче, мы так видим. Нам на кабуле да чуроли хламс, креатив хламс. Потом, когда я уже начал изучать, Бунарсен, вот, а как это вообще устроено? Я понял то, что продакшн – это творчество масс. Продакшн был бизнес в первую очередь. И потом потихоньку я начал понимать то, что надо уходить в бизнес, в правильную смету, в правильный подбор творческой группы. Сабаб. Блин, это бизнес, я не знаю. Да, ну да, чунарли, вы купро бизнес, барбара, продакшн, вы купро бизнес, дос. Да, клиент, на, заказчик, на, талаш, керем, ас, мы вам на каде, мы вам на мазок, мы вам на са, блдраде, да, на кубутрш, керем, ас. У бзе нема блин, бзе лояльный продакшн, да, кмат, ну бзе кмат, нема, неми, почему такие гонорары? Мы гарантию даем заказчику. За качество продукта, мы соль тайминг берем за, там он сак за число до скаут, там подбор локации, он только за число до подбор актеров, игримое число и так далее. Полный тайминг, разбитый у заказчика на столе, и без будет тайминг, да, хичка на косыге, там брыкун орхуге, брыкун олдыге, хичка чон утмаем за. Это главный показатель. Обычно продакшн, да, канаха, более лаки, бархаты, да, кабирам. Да, и все, бархатем, брой, бриармой, и бізе вариант берамыз. Хардам, енді заказчик бізаны соқады, мы же в сфере услуг, заказчик бізаны соқады, ең главный, да, ол пул берады деген. Көпшілік продакшнлі, хайош продакшнлі бар, ну, олай, короче, они все художники, короче. Я так вижу, заказчик чумиды, идея зор болған, лекен пул бермеген, там еще что-то. Типа, нет, если заказчик тупой, творческий, аклибусин, там, уникумбусин, чунтер берущий заказчик, ну вот, попробуй объяснить, не имей мамнака идея больше, не имей мамнака актер, не имей мамнака локация. Не просто я так вижу, махолом, а чунтер бер. Бзаде ушенчон, вариант берем, мысал, актер, битта позиция актер, мужчина, утсбе шошли. Бу позиция, она, бринчи волна, уште вариант берем. Bitta variant tanlaydi. O'shanga o'xshagan yana 3 ta variant beramiz. Masalan, 2 ta variant tanladi. O'shanga o'xshagan yana 3 ta variant beramiz. I bu narsa kostyumda, rekvizitda, lokatsiyada, kastingda. Bizda volna ketadi. Tushunarli. Vobshe qiziq ekan. Nimaga meni syomkaga chaqirganingizda kostyum variantli bermagansizlar hech qanaqa? Sabab o'sha payt это же Nur, по-моему, была съёмка. Nur. Мы ещё не понимали, что такое продакшн. Да? Вообще, опять без их, вроде со стороны большой продакшн, хам еще лотта, хам узна еще на блотта, но хали без их, ты задобуем за. Еще не понимали. И казаха, вы не понимали, что такое продакшн для вас, ну, то, что да. Сля чумагенсля, а я не понимал, что такое Nur хозу без их, имзана без лотта. Бальсиля, я. Nur, свяжитесь со мной. Прям, ну, пора мы за курсы пошли, я не очень Nur экен, да? Оказывается. И хозы, вот курлеж, без ухломим за. Кундис кун ростан, трамбовка хлещады, ерла. Вай, кто балам бар? Болла, у нака манге. Хулас машинага гапла. А сіз вот это осу, вы ближе к кино. Ха. Нема сабапта? Білмейма, мам на канарса. Мам, хар дойм орзу хавас. Маш. Кино сохаге, хар дойм интелеш боген. Ма сценический искусствалымна шоғланардым. Ундан ташқары кино көрген, просто кино көрмасын, хычқачо мұнақа болмаген. Кино көрсен, қанау разбор болар. Нима учу мұнақа, нима учу бұтты режиссер мамнақ қалды, нима учу актер мамнақ атыгрофы қалды, нима учу свет мамытты мұнақа тұрыпты, нима ге оператор теппайдан оғатты пастан бас. Дейлей, қанауды. И шындан кеп чықап, уже қанауды понимане, ванды қанауды чүнш пайда болген еді. И үйділеге етарды. Оқшырды, сценический искусствода, ма бірінші лар қатарды тұрарды. Бірінші лар вапше, маған болсам, ұжып сөй есік кетарды қам мана, яқшы чықарды, оқшырды. И ма етарды, маңы машынаға, мама, ілтимас. Шынар, актер қойын ке отты десам, маңге, бізді көнедірділі, бұл ішемәз. Сан оғыл боласан, ойлы бақшын керей, сан бизнесі ойлы, оны ойлы, бұны ойлы.
до конца шу нәрсе булганда, вот до конца всё-таки утты ишладым, бутты ишладым. Мен көп жойда ишлеганмын. Худды сиздеки. Базарда ем ишлеганмын. Көчөлөрдө кафе сатардым. Чакшуқларны алып келердим, оризордамны көтөрүп. Қазақстаннан мал алардым. Гвардейскийде жүрүп, мен кофе тарқаткан пайтларым болган. Ну, ар кыл нәрсе болган демокчумун. Ну, хич кайда өзүмө орнумду көрмөстүм. То есть, мунака ишлеген болган, жакшы ишлеген болган, катта дистрибьюцияларда ишлеген пайтларым болган. Өзүмө орнумду көрмөстүм хич качан. Ундан кийин бир шунака болуп калып, уже уйландым. Бир шунака болуп калып, ишсиз калып кеттим. И битти ишке жайлашып алдым. Ламинат сатышка. Оптом, объектлерге ламинат сатыш керек. И таклиф келип калды. Мен сериалда иштирок этесизби деген таклиф келип калды. Өзүм санаткорлор кругунда жүрөрдүм. Ар дайым болгон ушул нерсе. Ойлоди де, короче, пешком кайтабыз хатын менен. Немеге пешком? Пулум жок. Мана. Таксиде жетип алышка пулум жок. Пешком кайтабыз де, кийин битте скамейкага отурду. Нима кылайын дедим мен. Хозир эди дедим. Hozir yo mana serial bo'lmaydi desang, ertaga ertalab ishga borishim kerak edi. Deta oylik 3 million 4 million olaman. No stabilni. Yoki mana shu serial tanlaymiz-da, u yerda kamroq bo'ladi, kam bo'ladi, balki ular bo'lmasa ham, nima? No, хотя бы nimadir qilib ko'ramiz deganman-da, u yerda короче, Shahnoza-da, ayolimiz. Өзі үшін қалайын деген. Қар дойым, сіз тәлердейіз, қанадыр ішілі, соқалы, өзге яқынмаз, но ойлы үшін тәлердейіз. Бұл сапар өзі үшін қып көрейін деген де. Имай мотивация беріп кеттім, бұл нәрсе болды дедім. Шо, ерталап телефон қиғам, ма чим ору атты бармеймен деген ма ешке. Барген ма, өші Бақтиёр Сафаров деген режиссер. Оламла сұхбатлашып, нема қып, тәйіргелі көрші башлайгамыз. Қарапски, сериалам портлатып чыкты де, рейтинги жүдө балан болган. Мунака балан рейтингли сериалы бундан буюк халы чыкмады. Лекин көрсөңүз бул сериал унча жакмайды сизге. Масалан, көп Голливуд кино көргөн адамларга унча жакмаслыгы мүмкүн. Ошибкалар көп, жүдө эле. Технический ошибка, бир эпизодду сочум калты, бир эпизодду сочум узун болуп калат. Машинага жайлы жүдө көп, покраскалар жакмайды, мисалы үчүн операторский ишлер каттадыр жакмайды. Де, лекин общий мавзусу канадыр барбарам стилине чыккан. И мы канадыр мухит бергенбиз. Де и жүдө рейтинге балан болуп кеттима. Лекин мен сериал чыккунча мен мама ар күнү, почти ар күнү говорила, мен кара, мен бир курсу бар экен, окусаң бухгалтер болосун. Мен бир 5000 доллар болады. Да. Чыт уктур бу сенчи. О, вообще канадыр мен шунага сохала, эй мен кара пилот болсаңчы, вот мен шунага нәрсе болуп калардым, канака пилот. Опа, қойсызшы, айтишник бол, айтишник ле, ашы зор екен, мұн машинаға насылы боларды. Но, чыққандан кеген, уже, қан, үйдегілі көріші башлашты, то, что адамлы интіл отты, кеу отты, сөреш отты, башқача, мамлы башқача, көчеді хама, адамланы мамласы башқача. Ондан кен падежке башланды, ондан кен уже давай болы. Мадет, өзің кәлің бар екен деген нәрсе башланды. И мен өзімі еркен просто, неме сауалызге жауап, енді етіп кеуаты жауапы, еркен қыс қылыш башладым өзімі. То есть, мен бірінші мәртті өзімі хэппи, бақтылым, хамаз жойды. И мен кабуд еркен мәнде, мен персонаж жоқтым, бейім алал үстіде ішлейм әшу. Башқы іш амеймі, мен төліге чықмейм әм, мәсалан. Мен бірінші мәртті, мен қанағдыр подкаст немедір қуанмаз. Прикольно. И еркен, ушел интелген нәрсам, бірінші мәртті етіп кегенлігі үшін, башты, как бы, қолды. Немеді бөліс, неме, қазір кино, ну, узбекское кино, оно, ну, не очень. Оно, я не хочу никого, ну, там, хапа қылыш ю, а, конечно. Ну, просто вот. Бізі, деярли, бізі деярли, битті соға одамыз, дұры ма? Мен ойлаймын ке, сізден фікір шынақа рабысы кереді болуам ма? Мен бұл сауалге жауап нечі мәрті қыдырген болсам, шүнші мәрті топкен ма? И қарген жауапла қарқыл. Чоңас ма? Бір ойлаген ма? Так, бізі де қаналы толық паласын команды ел. Өзінің ішіні бажарады. Бұнарсы бар, қаққаттаны, елігеді мақчыма.
Undan tashqari bizda yaxshi prodyuserlar yo'q. Kinoga ishlov berishi mumkin, qanaqadir kino olishi mumkin. Uni kerakli darajada qanaqadir PR bermasligi mumkin. Da, da. Yana sabab bizda umuman mana madaniyat instituti bolalarimi hamma emas, lekin ko'pinchasi zarubezhniy kino ko'rmaydi. То есть o'ziga qanaqadir stilistikalar yig'ib olishmaydi. O'zi Spielberg face degan narsalar bor, Hitchcock qanaqadir stilistikasi bor, tam uni stilistika buni yig'ishmaydi, ko'rishmaydi chunki bilishmaydi. Ular qatta qachondir tam Bollywoodda qanaqadir kinolarni ko'rgan, i bo'l o'ylaydiki, kino mashina bo'ladi, Karslan qanaqadir serialni ko'rgan, o'ylaydiki, kino mashina bo'ladi. Действительно mashina fikrida yuradiganlar ham ko'p. Xullas harakat hammada ham bo'lmaydi, bu endi komandani ishu kinoda komandani ish. Harakat nima bo'lmayapti? Sabab, может быть, выхлоп, yo, финансовый выхлоп. Финансовый выхлоп ам yo, конечно. Sabab, я один раз bir marta задумывался, nima киноиндустрия страдает, хромает, yoki хотя есть хорошие же фильмы, выходят. Нет, нет. Рустам Эмилиев снимает, нет-нет. Ну, типа... сгё кадам Рустам Эмилиев кинолар? Это, я скажу так, это отличается от того, что есть на рынке. Ну, как оператор Оля Воздехоз, да, да, оператор Багенсу. Да-да-да. Вот это отличается от того, что есть на рынке, но, но не больше. Но не больше. Канагдур открытие масс, канагдур там, я не знаю, ноу-хау масс. Я как бизнес разобрал киноиндустрию нашу. За любой бизнес это главное сбыт. Ну вот продукты зор болиш мумкин, чёткие, офигенные, арзон болиш мумкин. Лекин покупателей если не будет, то без толку. Энди кино, да? Мысалы, 1 миллион доллар береш вот сізге. Сіз 1 миллион долларге, білмеймін там, қанша, 400 мин, 500 мин откат кетті. 500 мин қатты производствоге. 500 мин қатты ма, так продюсер уй алды, 100 мин кетті. Оператор яндамадыр техника алды, 100 мин кетті. Все. В оконцовке производствоге 300 мин қатты. 250 мин, 200 мин, налоглар билан, ҳамма нарса билан. Все, 200 минге сіз производство полный метр алас. Почему вот эти деньги воруются? Потому что кино чыққаннан кейін уже хеч кім пул қыла алмайды. Да, прокаттан ісламайды. Прокат неме қыла алмайды прокат? Сабап кинотеатр ю. Кинотеатр ю, топа тұр. 36 миллион население бойынша Вадиде ашылса, мысалы кинотеатр өзі. Ану, 20-ті кинотеатр ашылсын, и фақат өзбек фильмлерін айлантырсын. 1 миллион доллар үштен бар, дей уже? 2 миллион доллар бар. 1 доллардан адамдан қысоплесіз, 2 миллион доллар спокойно бар. Да, да, топа тұр. Миллион чистый производство етті қоз, 2 миллион вадиден еғы қоз. Вот как минимум, дей? Йо, бұны әрсеге қоз ішілілі болады. Білерді машинарсан әтшізі, кинотеатр қаққаттан кем, республика бойлап, там 36-37 кинотеатр адашмасам қотталарды. Ну, вот қоз уже налоговый қанағыдыр налогылардан асабаждайды кинотеатрлы. Өте налогы мәлі, лекен ограничениям қойыш керек. Хазыр мысал, қатты кинотеатрге барсыз, өзбей фильмлі, екі әртәләп, 6-дан 9-ге че көрсетеді. Екі кеш құрым, 1-дан 3-ге че. Да, ең керемес байды. Вайши керемес байды. Бұл өзбей кинолан айлантырышымыз керем, бұл мәне бар. Списікті бар. Лекен вақтыны, ну, какой-то должно быть ограничение. Әлі через день, там, мировой прокат и местный прокат. To'g'ri, ну вот там консолидация, да, muammolarning konsolidatsiyasi. Xo'p, to'g'ri, kinoteatr yo, bu juda ham katta muammo. Lekin kinoteatr bo'ldi ham deylik, agar odamlarga, assalomu alaykum, mana kino bo'yapti deshmasa, u bilmasa, qayerdan boradi? Reklama ham bo'lish kerak demoqchiman. Ну да, 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 да. Reklama ham prem joyda bo'lish. Mini event obязан быть. Да, qanaqadir performance qilishadi-yu, mana hamma qiladi-yu, qanaqadir zo'r performanslar, kimdirlarni chaqirishadi, nima hamma o'zicha o'ylab topadi. Qanaqadir fishka kinoga chaqirib olish uchun. Hammaning o'zini strategiyasi bor. Marvellarni strategiya tam 1 yil oldin uzib qo'yishi boshlandi. Celly event o'yla uchun. Hamma obsurdlay qiladi, kim bo'lar ekan, qaysi aktyorlar o'ynar ekan, hamma uzi biladi. Sujetlarni mingta variantini uzi anu fanatlarni o'zi yozib beradi. Mamnaqa bo'lsa kerak, bunaqa bo'lsa kerak, bunaqa bo'lsa kerak. Keyin kino chiqadi, barbar naslajatsiya qilishadi. Хотя хозмат Марвелам купро бизнес боп кетти. Ахмед берген болса. Вообще киноиндустрия это бизнес, опять же. Ну, вообще да, любой интеллектуальный собственность у бизнес. Да, да, да. Авалам бар. Ну, хаммага эмас, кимдирге энди ижод.
Да, 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 да. Кемден кем бурят, блин. А вот клипная индустрия, вот я просто кино, сериалы, на магидур принципиально даже не интересовался, как туда попасть. Ну, мне Боген шекерли, я ну, салам сошел на канал сериал. Да, Боген. И вот, и слава богу, то, что... Поздорово туда, может, сериал Олинда в Фишлерде был. И слава богу, то, что ухшамады, и слава богу, то, что омаду, и слава богу, то, что предоплату мы просто вернули. Сабаб, а как? Бахадыр Юлдашев на экспедиции Гиборду, область, по областям ездили. И мы, такой воодушевленный был, сериал «Оламыз», «Мамнака Салем», проект интересный, там, короче, про айтишников. Идеям йокуд, да, узымге? Мамнака, бахаке болу, хоп, а нечто локация вот санда? Мам бит тот же сам, разбивка на где-то 70 локация. На весь сериал, на 8 серий. Там 20 главных актеров, второстепенный саксон-то, еще, короче, нормально. Бита серия... Ужуренда бюджет ли она и там, ну где-то 3500 что ли было? Учарами, да. У производства. Производственное. Фарка ее холла, сис пулькали не холла, сис производство ее тхайно. Сгек холла, битта серия учарами. Да, и чеда я на налога бар. Манда НДС, ООО, УЦФОЗ, потеря при обменничке. И бахаги машина санет сам, ты дурак что ли? Прям это, там пиво что ли выпили, ты придурок что ли, не имей дома, почему? Он говорит, майли, битта серия нечь минут, я говорю, егерма бечь минут, канчи сменды, омах часам, битта серия, я думаю, типа, икте сменды. Он говорит, нереально, интерны, которые павильонда оленген нарса, которые декорация тайор, свет прилает хамы нарса тайор, интерны, кунеги максимум, етте минут огенеке. Йога, да. Интернет ишлегали, по-моему, да, бахаке? Он знает, да, хама кухня. Физрук ты ишлегал, мажор ты физрук ты ишлегал. Да, интернет, он говорит, на физруке, без за то, что декорация маслянина, есть переезды и так далее, без максимум 5 минут олярду. 5 минут ли материал? А, битта смен полноценный. И уляда битта сериал, физрук уже поехал кончит, туризми, мы туризелими, битта сериаса. Битта сериаса. Доллар, да. Битта серия. Туризми? Да. Йоге? Серьезно? Серьезно. Мама, я же не знаю, $1,500 я убирал, но... Маша, какая борда? Да. Нема битта камера $200, там... Нема свет $200 я убирал. Оператор текинге чықпады. Карабский нормальный? Йо, на самом деле, хозыр қанагадыр творческий битта сериал олы, сценаристский пуль бері, осы болады. Лекин мои томаны, я не понимаю, как это потом в бизнес превратить. Бутун группа хамы ищетелерым борады, текинги борады. Ану, творческий проект. Вот как, например, клип мы, который сейчас ходим. Хама текинги ищетеды. Лекин бу акция одноразовый болады, ю? Ха-ха-ха. Мали кимарты, мали учмарты хабирши. Я енді руководство, енді проектлан беромы, пул беромы, все нормально. Но туртынчи март там они скажут, блин. Извини, саль чарчаду бізе. Да, мам, дебилы ясарон кен. Йоки вақтым, йоки ану, и не канает это. Вот. Поэтому я в кино и сериалге просто, я не понимал, как туда залезть, и не хотел. И клип тоже, принципиально. Клип неме, олдын джасурке, операторский джасурке, да, ургенардым. Как камера техник был пчхардым. Джасурке Шаметов. Да, джасурке Шаметов, да. И уж я поэт блюдом, там изнутри эстрада какая. Канака бюджетля, канака истерикля, канака... Поэт панамцы, яна яхсура, уген поэт. Да. У поэт хотя бы там... Ханчи, ет тимин саккызмин бершарды, да, клипки? Ага. Хозыр біркун... Блин, кимдур акция ташуды, инстаграмда айлануды. Ха, $1,000,000. Найдёте келе. Я такой, блин, саль кем, о. Улы мамна кылышкен. Митта павильон олышкен. Куныге уште торта клип. Да, куныге уште торта клип. Урпташешкен. Просто ман, хозыр откровенно реклама, да? Минимальное количество народа, минимальный сервис босы, манда фактический расход, вот, группа чхотты, аппаратура, бля, там локейшн, локация, бля, актер, бля, кем, да, уми. Расход. Это вот то, что нам вот все отдал. Нормальный проект был, нормальный сервис, бля, заказчики, джой, там фуршет, не фуршет и так далее. Но это будет где-то 18 тысяч, 20 тысяч стоить.
Вот. Ну, а после света, вот. Знаю, ну. А, $10,000, ничего себе. Маша, вот, децл пауза к себе, да? Да. Ебать, я сделал. Короче, было все на высшем уровне. И там вот, я же говорю, 70 или 80% у меня был все бартер. Ролики. Нормально. Мне... А ты потом сколько отрабатывать надо? Нет, я вот сначала я снимал ролики, а потом... понял. Я, получается, до свадьбы уже предложение апрель до хиямбу сам, сентябрь до той, и там у меня в день было по 3-4 съемки. Без остановки. Изнасилованно было. А сейчас Ангелина, по-моему, тоже, да, с тобой работает? Она со мной работала, недавно уволилась. Почему? Уже запись китотто. Да, все записывает, да? Вот, как-то так. O'rtoqlar, bizi просто ruscha maktabda o'qiganmiz-da, bizga iltimos bunaqa xeyt chiqib tashlamanglar. Bilaman, xeyt chiqmaysizlar, sizlar yaxshisizlar. O'zi birinchi podkast o'zbek tilida. Вот, чтобы вы понимали. Yo'g'i? Да, o'zi intervyu, hamma intervyu podkastlar rus tilida ketganmanda. O'zi podkast, menimcha, o'sha Rossiyadan kelgan narsa bizga. И rus tilida fikrlaydigan odamlarga deymanimcha ko'proq. No, men yaxshi bo'ldi. Ман назарымда хозир ўзбекча YouTube ҳам азгинча секин-секин, аста-секин ривожланиши бошлаётди, ўзбек тили кучайиши бошлаётди. Мана шу нарса қилиш керак. Яқинда бўлаётган нарса. Бизи қанадир передачада ўтирамиз. Қанадир телеканалга передачада, утренний передачада ўтирамиз. И уни анулари, ведущийлари биттаси актёр Шоҳрух Ҳамдамов. Танисизми? Хулас Шоҳрух Ҳамдамов деган битта актёр бор. Биза тенг бола. И это вот это, али дуатта, мана нима учун дуатта блогерлар хозир кучайиб кетган, блогерларни кинолага чақиришади. А биздакилар қолиб кетади. Қанақасига бўлиши мумкин? Биз актёр бўлсак, улар блогер бўлса дегандек гапиряпти-да. И шу нарсага мана жавоби мамнақ бўлди. Блогерларнинг хозир аудиториясі бор. Блогер ким бўлишдан қаттий назар, аудиториясі нимагадир лояльный. Как будто бы блогер чунки эркин гаплаша олиди ўзини аудиториясини. Актёр эркин гаплаша олмайди. Актёр баъзи рамкалар бор. Қаттадир кимдир изображать қилади. Да. Дей, ўшанчо лоялли бўлган учун блогерни аудиториясі атинг ўша блогер учун қанадир канални қўйиб, қанадир сериал кўриши мумкин. Актёр учун ҳеч ким кўрмайди, ҳеч ким қўймайди. Шитин актёрлар бор, да, унақаси. Ну, даже бунақалар йўқдам деб биламан, тўғриси вот. Ким бўлган таққатти назарда, зўр актёрларимиз бор, ҳам популярный, ҳам нима. Лекин, дели Бобур ака Юлдошев, жуда ҳам ҳурмат қиламиз, зўр инсонлар. Лекин атинг, ўша Бобур акани аудиториясі йўқ-да, мана Бобур акани палончи сериалда, мана Соғат Маминда сеймлиди чиқанлар. Давай ko'ramiz deb hech kim ko'rmaydi. Ну, kamdan kam. O'tkazib otganini ko'rib, "Ay, Bobur aka" deb qolishi mumkin. Это kim? История Bobur aka Yo'ldoshev ajda istoriyasi bo'lgan, anu nima serialda qo'y mashincha pul oldi. Yo'q, anu Javohir Zakirovda. Qo'yma eshak. Eshak 200 ming so'm oldi. Aka, menda Sberbankda rolikda, короче, Российский продакшн o'shatda anu ssenariy bo'yicha doda ishga kelish kerak. Mahallada ketyapti. Ўшанда биз Тоҷикистонни кўрсатувди, типа Тоҷикская маҳалла. Манда худди ўша нарса чиқди. Актёр, чётко актёра подобрали. Гонорар охирда сметани кўрганман, менга Российский продакшн айтди, менга кастинг керак. Ишейлардан кастинг керак. Аха. Не просто битта ишейл рандомный. Ок ишей, серый ишей, пятнистый ишей. Бизда презентацияда актёрлар билан ишейлар кетди, ҳар хил. Таллашди ишей. Актёр таллашди. Кейин сметани очсам, уже проект тугади, уже всё расплатились, уже пул кетти. Худди ўша нарса бўлди, ака. Актёр $100 $100 и плюс там переезды, там недосыпы, яна $50, $150 турибди позиция. Ишей 300 мингна иккита ишей, но транспортировкаси $250.
таким образом еще қымбатырақ актердан шықты. Ха-ха-ха-ха. Бля. Йо, хақиқаттан шунақа нәрсе. Азыр лекин бұл нәрсені өзгертіршіватты. У узбек кино да смена хисобланады, ёта смена. Хар бір смена актерге 200 қанча мин сом, ну, налогдан алып ташлағанда 176 мин сом қолға түседі. А вот узбек кино, да, переработка, недосыпы, командировочные. Йо, командировочные более, да. Енді продюсерімнен қанаға келісіп, Сол сал яшлылық қып қойсаңыз, продюсерім ақылды адам. Бажды қанадыр сумаға келісіп. Yoki tam qanadir mana smenada mana munchadaga kelishadi. Yo, o'zingizni turursangiz, ikkita smena, masalan, bir kunlik smenami? Ne. Bir kun ishlagansiz, no ikkita smena qilib yozib beray, ikkita, uchta, to'rtta, o'nta smena qilib yozib berishi mumkin. В пределах разумного. Menga men вот российский операторлар bilan bu yildan beri ishlayapmiz, da, aktivni bilan topovый operator olib kelyapmiz i ularda gonorar bo'yicha ano topovый operator $1,800 $2,000 deydi. Гонорар за смену. Лекин охрда проект тугаш была, ну битта смена была, да проект пизда, тугаш была, сиз где-то он меньше тулис. На маге? Сабаб. Перелет ярамта смена. Техосвоение смена. Скаут смена. А недосып. Не обсоплен надо ма? У леды прямо, ну, в геометрической прогрессии. И у это дают такой, типа, маге бренчмар там кем? Короче, палончик, пистончик, $1,800 дегенде. Я такой, ну, местный оператор, да, это $500. Давай потестим клямзы. Охрды, мэнге тащады, узын не райдер, как требование. Битты хсопласам, сак кызмин нечи дурам чықты. Там типа, я говорю, нет, это Узбекистан. Да-да-да, только мне нужно. Да-да-да. Зады оператор Лембор. Бюджет тут сбечь меня. Как я могу на оператора сейчас 8-7 попасть? Ну, хозырги зато... Йомон ситуация, лекин на рынок наш хорошо повлияла. Сабаб был топовый оператор для хоббиода. Мысалы, $1,000 гейш шашот. Вот ты топовый оператор, российский топовый оператор. Менде отбили, ну, копчили келешотты, продакшенге, блин, кунеге где-то директам бесит адам язады. Режиссер, оператор, художник. И менде уже сформированы ставка лабор. Режиссер ге, мысал, хакаттан копты кейсли бусы, Adidas, Nike, там, я не знаю, KFC, еще какие-то. Ушанги кими ставка, вот, за проект. Кими. Оператор топового бусы $1,000. Художник топового бусы $1,000. Мен сразу был на сцене этого, вот так, то мен мамнака режиссер Леблен ишлэду, мамнака проектлэрэмэз, мамнака бюджетлэрэмэз и мамнака гонорар. Актер топового буса ча? Актерский мэнда. Биттиктасын тани мэнда просто. Актер масала, вообще масала. Отын еті бар. Мен білмеем әнді мақылы ішім. Отын еті бар. Отын еті ма. Неш білейді шарген. Нема дұр қылыш келі. Мен женкам ішләді. Кастинг директор боп ішләді. Қанчы кедеті 5 ойма ішләді. Хәмі актерлі білі, вот, вообще в отношении четкі, там, с бабушками, с дедушками обнимаются, целуются. Нарқыланы, йомон, ну, как эконом қыларды, да? Ану, кайсы Агробанка, адашмасам, Агробанкта нечті актер болады, 28 актер, сметы беру отты мәнге, $5,600,000 ма? Сындырып ташыген, да, нахрен? Хотя хорошие актеры пришли и так далее. Короче, но она не знает, как дальше работать с актерами. Блин, ты просто как дальше коммуникацию вести? Сабаб, там он фойз актер нормальный, только он фойз офигенный. Там, ну, и коммуникация, и ухлябкующий бор, и не приехал, и, короче. Ха-ха-ха. И она просто, она ответственная, она через себя это пропускает, и она говорит, типа, я не могу этим заниматься, хо гринги хит. И актер, рекламный продакшн, да, актер это главная проблема. Сабап, локация Леблен Хамес уже нормальный, техника Байрам обкрыта, шиба обкрыта, Gold Vision обкрыта, актер Леблен, я не знаю, что делать. Сабап, кино актер Геборсис, Глеб о высоком. Реклама это, нема другого такой. Да. Хотя у нас бюджеты на рекламу, блин, намного посерьезнее. Поинтереснее, да, битта смена, ну, будет смена,
Бізің нақты, ану, 35 мин нам башланады. Ха-ха-ха. Тот же самый, например, Нур, откровенно я вам скажу, с постройкой декорации у нас было 65 тысяч. Йоу, эй, адаш, мы сами, я не кита ролик соткен, сулеге. Внутри же минимум. Ха-ха-ха, есть добар, есть добар. Остыла кетурилы бізі оламыз. Да-да-да. Яна 20 минге мы сотту. Мана, ана, ана ортала. Оша пулге бітті киносы болярды. Яхшы киносы бар. Йо, декорация тайыр болып тұрыпты. Бізі заказчикларын жонатварды, актерларын жонатварды. Бахаке білен пари қылды. Бахаке мамлака задумка бар. Нема дейіз. Идеяланы еттім Бахакеге. Он говорит, давай, я говорю, қанчы заказчик берсі, ярым-ярым қоғырамыз. Бермесі, ну, ухладу, короче. Ну, главное, астану еші уже күкі болды. Все. Эртас куны джонаттым, нравится, да, все, договор, давайте сделаем. Вам на косуму более, да. И, ёх ты, ю. Да, пулили бар, руку пом, а Мухаммад Али Мумин без вас лея. Не, можно, мне кажется, Нур надо запикать, да, то завтра. Йо-йо, Нур, Нур. Буквально бугун я на битта тендер тащишься, да, Нур, да? Свяжитесь со мной, Нур, литамас, литамас, узым келема. Хулас, нима дотудей, хозир нима вообще зур мавзу кетотудек. Актер. Актер, айткан, актер. Мен просто рекламный продакшн, да, актер это проблема, кастинг-директор это проблема. А бізді гильдия йо, де қанағадыр? Гильдия йо, ладно гильдия, мактап йо. Мактап йо бар, лекен Илхомда йо ман емес мактап. Не, Илхом, окей, отлично, лекен Илхомда, ман, ану, восточная внешность кем? Курама актерлана. Ну да. Не русскоязычным. Манде любой реклама, да? ТВ кита да ён узбекская внешность кида. Нормально у ина бирада ён узбекская внешность нету. Инде мам на канарсе мана сунешле яману. Азгинч хинал яма тороса. Нема манаде. Реклама да ислез барон башка че. Вообще башка. Бзада ё библия героя. Бзада ё. Бзада просто ано. Момент. Момент просто. Мамнака действия, или ты можешь живое кабери, или ты можешь чуть-чуть улыбку, ха, боль, ха, это реклама. Ха, мамнака, мамнака больше керек, более технический. Ра. Бу, технически, біз әді кем-на-кем ислешады, біз әді барына Станиславский номер әді көптіра, да. У технически, четел, да, технически оргачады актерлеге, көпроти, ану, взглядлем, хархан, мамнак караш бар, мамнак караш бар. Улы, они машин үсті де ислешады, көпро технически кабершеге. Узна қысқымасына, узна ұтқызмасына. Мактап, йо, да, и мы, наверное, хозер план бойчы, блин, главное, чтобы ухшасын шу план, в марте, наверное, будем открывать. Именно актерскую школу под рекламу Текен, бұрой, ургенас, устозлы Лильхомдан болады, зарплату узнал, там небольшие зарплаты у них на самом деле. И киты устозлы обкеламыз, хафтасыге ушта дарс. И то мы не будем там, это он Библию героя объяснять. Ха-ха-ха. Базовый нарса. Базовый, правила, да. Правила поведения на площадке, с кем коммуницируют, кем блин общается, канака эмоции, мамнака, все. Харбита актер, да. Мы не будем учить его, ерлач, или там улыбаться. Куромазаму улыбка. Отлично получается, все вписываем. Этот актер отлично подходит под улыбку. Ха-ха-ха, яхса. У этого кисляк хороший, более, у этого кисляк хороший. Таким под задачу уже талимыза. Козлар мою за кем маму актерна. Маму актерна эса сочлар джингалейка. И, ану, текинг их умолчим мы забыли. Но контрактить будем. А-а-а, вот там рабство башланы тебе. Башланы. Контракт. Контракт бзын ишлем иду его? Не-не, вот так, она как контракт? Это условно, он будет бумага бить, а 4 печать подпись как положено. Просто там условия какие. Мысал, бізе абстракт бұп чақырвамызан. Бізаны мәктап абстракт, все актерское. Под рекламу только. Не про кино, не про сериал. Факат рекламы, может клипы. Мысал, бізе кечкос, там мы 50 долларов платим. Но если башка продакшн, башка кастинг директор чықсы, свободный доступ ты болады база. Башка продакшн заказ кмалшы бұсы 100 доллар толиды. 50 доллар актеры кетады, 50 доллар продакшнге кетады. Школоге. Чтобы весь наш расход просто погашать. Вот как-то так.
Вот оправдание кезасыз, расходларны погашайт. Оправдание кетоп. Эде текинге, аке, биз ану полигонны ам запускать кылдык, ану биз Лунар очту, Nexus очту, Quantum очту и бизге просто производственная мощность адамлар керек эди. Биз полигон запускать кылды, 300 адам ягды, 100 адам ивентке түштү обучениеге. Текинге тоже ургатты, аке. Уже 100 адамдан hozir 800 odam produksionda polnotsenni ishlayapti. Produksioningizda ko'p odamlar. Men hozir shtatda o'shaman, shtatda где-то 20 ta odam. Ushbu ham ko'p-da. Ну, я бы не сказал. Yo, ja ko'p emas, nima uchun? Sabab площадкада нечто 70 odam hozir. В средней площадкада 70 odam chiqyapti. Без aktyorskiy sostav, только hammasini qorni och. Modro berish kerak. Ужанчон расходный материал бы задал к мэн. Слишком много. Мэн, я еще не зарабатываю. Сыз этуасу, просто ану гапизге, 3 минутли материал олнады, там, отты-бутты, там, велик универде 7 минутли материал, у декорациялы тайор, свет тайор, хамарас тайор боген тағдырды, дезу. Просто озымыздан есімге чупкеді, ен основной тричили мэнді сериалы. Но мы учим сериал как армия, ну как театр да хизмат киган, не факт я шура пульт опас. Да и бита команда яқинда тушиб қолдим, исмларини ҳеч ким этмайма. Бита команда яқинда тушиб қолдим де, режиссёр менга келди де, окей деди, мен мастаға оқиб чиқдингиз, оқиб чиқдим. Қарай, бугунги планимизни мамунча де, мама деди, 30 та эпизод қўйган. 30 ta epizod men aytaman, вот bu nereal narsa aytyapsizlar o'rtoqlar, bu kim bo'lishidan qat'iy nazar 30 ta epizod juda ko'p. Sam yo'q deyapti, mana shuni ulguramizda, men chunki redda dedi. 30 ta olardim. Bu yerda hozir Sony bilan chiqyapman deyapti. 30 ta vashi padavni olaman, точно bugun uyga voqlik ketasiz dedi. Xo'p dedi, ko'chada optash dang'alatib tashlashdi-da. То есть это mamnaqa bo'ladi, raz-raz qo'yadi. Mana damni qoring. Epizod olindi. Всё, давай, yes. Doktor playback ko'ringlar, men o'xshata olmadim-ku, men bitta hozir siyaskasi noto'g'ri bo'lib qoladi-yu, yo'q. U hali men aytsam, ko'pchilik aytmaydi ham-da. Aktyor o'zidan kelib chiqib, o'ynab ketaveradi. Qanaqa tushungan bo'lsa. Ne. Bu yerda o'pshi qanaqadir holati bo'ladi-yu, o'pshi qanaqadir Bibla aktyorov deysiz-ku. Ne. O'sha Bibla aktyori qanaqadir pridzhivatsya же нужно. Ne. Bunaqa bo'lishi kim bilan bunaqa narsalar bo'lmaydi-da. Shu ham masalan sifatga katta ta'siri bor. Я не знаю, без рекламы 20 дубль битте кадр, 20 дубль оламыз. Ну да, да, чунки сабаб, оттан тарлау оланады. Сабаб бізеде иерархия борды, бірінші режиссер эчекере яну болды, яқты. Оператордан сөйлей технически был? Был. Кен продюсер, то бишь я заказчик қолдыге бораны, яқты ма? Вот если заказчик, агентство, агентстводан кейін я на заказчик бор. Агентство, йо, йоқмады мәнге, мәнбу жойла, и там уже аргументами работают. Но так должно быть, все-таки режиссер аргументы дады. Вот пока агентство нам окей не скажет, мы дубль. Российский рынок те, уча KFC просто, ану, продукт блян взаимодействие, актер продукт взаимодействия босы, у леда, ану, прям дрочка, да? Битты кадры. Дрочка, да, надеяно, узбитый, ну, да? А ну коп, там на сухой там. Хлос у лебит кадр потребления продукта была камеде или те отмышто дубль олчеда. Ух ты, вечера актер. Бзде вообще а ну пита а ну ботанический сад тогянуз пита нечто игрима секста дубль был да. Игрима секс дубль пита йот, да? Ну. Вау, вечера. Да, там уже флеп, аккуратно, ну типа. Пита лан курсис, стол юста че пита тайор. Фудстилист Москва-дан кеген. Харбита курочка на такой правильный ракурс. Там вообще это прям очень важно. Курица модель уже. Вообще важно. Булистик бумида, здесь маленькая точечка, надо поменять. Оно прям задроты. И бзе, Игермаса, кстати, дубль лолу. И московский заказчик, этот, у нас бумаген, короче. Ты золдили. Слишком ты золдили. Я не элита олила. Слишком ты сам. Короче. Йо, мас элита дубль два, мам факт актер хвалил мне киоты, да? У нас. И актер и шлеберот, да? А ну эмоции уши уледа бору, а ну какой-то. Начали.
Камера стоп, кисляк башрасы, да. Они уже все тошнит у него. Ну, камера начали. Бзаны кида, нема, особенно модель она яхтрама, блин. Кита дубль оламзе. Ан чумиды реклама то, что то, что типа агентство бар, режиссер бар, он ок должен сказать, агентство ок, эчкири. Чарчадым. Жарко. Су ичким киотты. Не, су это ладно, су это базовые вещи. Су я обсуридым. Да. Не-не-не. Блин, короче, это очень. О, дамады, актер сану. Ты же манекен. Не, актер. Каприз для башлина, да. Да, да, особенно кызлы, да. Особенно кызлы, да. Особенно олдын ушей томаны клипляды урганганманды, как оператор. Клип ты мачтан болярды. Режиссер кайсыдур модель бэна салану кустачасы. Там просто флирт кичкина. Ушанда башланарды, да. Именно площадка. Йо, буна камима, уна камима. А, уже чувствует хвоты. Иерархию потерял уже. Уже более власть кет. Yo, qiyin, haqiqatan qiyin. Mana bunaqa narsa ham bor-da, bu yerda. Kimdir syomkaga chiqishni boshladi. Azgina podpiskalar yig'ildi. Ko'p emas. 3000 dan oshdi. 3000 bitta odam podpisatsiya qildi. De, bo'ldi, o'sha odam o'zini уже qanaqadir darajada his qilishni boshlaydi. Уже men demak qanaqadir rider qo'yishim mumkin. Уже вот диктовать конечно мунку, хама стуфтема и успевать я юлюзма, я нарса борди, но ближе медики Узбекистан пока юлюзли ё уртала. Не здесь даже не юлюз, мне мысал ноги фалили физрукта, он райдеры, а фафалы болят тут. Немалкат, какие фрукты, какие ягоды, какие сухофрукты, какой алкоголь. Он очень хорошо прописан. Канака Гринвайген больше. Короче, там все есть. И уши райдеры узем нормальные суммы чихают. Но был Нагиев. Ну, типа, это Нагиев. Значит, Нагиев учу. Реклама, машина привлекательность приобретать. Сериал, да, мысал? Сериал, да, Нагиев таканчик. Он и кимин, гонорар. Смена. Он и ксот. Он сот. Он сот, он $2000. И харбитте бир сот переработка се $2000. Но мона мас, бичара наки. У шапай болян генерале. Хазир ваше реклама босе там ваше миллион кровочки. Бизде дейти, ма инжек актерлардан сопланманде, озе торсинети. Ну инжек кан, тор манада инжек. Мен ака ки алаб, неге багун, мам нака кун авасладми ма. Ну инжек. Мен сменаға қараймын, мысалы, 9-ді келдім ба, мен орталы деймін, 9 болады, мен кетемін деймін. Йо, алеке, ойо, башлана. Йо, 9 болады, бәрі 9-ді шығып кетмеймін ба шында. Просто ерталаптан башлап қоямын ба шында арсаны. Мы жестко по съемочному плану работаем, окей? Йо, слех, а? Мен бағанулан не тон ба, сериал. Нурды, это было, мы еще на коленках были. Вот хозыр, площадкада, я, моя дома, когда я режиссуру операторский закончил, я факат продюсерский гикет там. И мне факат важны финансы. Как сэкономить? Харбит бирсот переработкасы, 13-й сот, 14-й сот. Более техническая группа переработка. Тора, а нема учем более, мастер, ишлю рады, чунки переработку тола минде. Да. А манде финансы. Поэтому мы и китай официант хоп поедем площадке, чтобы, а ну, ведь так ровно площадка, да? Дольчик, доли традиган. Кофе я бар отты, кофе делает, кашу куй отты, йоки там кипяток ждет, 6 минут кет отты. Яна башка скеледа очередь тетурады 7 минут кет отты. Кассин директор мог свое дело делать, гример мог свое дело делать, но он сам сезе. Болды и кита официант бяка. Любой адам келеда, фарка йо, это не только факат заказчик учу, йоки режиссер, любой механик келеда, кофе, боль, кет отты. Узыны ищ кылыш башлайды и все. Официант узы алып келеді. Да, брат, вот заказывали и так далее. Вахт. Ну, білмеймін, бізді қанагдор такой тосы, инжик актер, да? Инжик это... Ну, такой типа, мозги. Мозги актер. Да. Бізді, ну, не было, по-моему, таких.
Может быть были, может я этого не видел. Йо, конечно, это манде сизге, мен шу нарсада контраст. Бу просто мақташ эмас, ёки пахта қўйиш эмас, ўртоқлар тўғри тушунинглар. Бўтти масъулиятли, масъулиятсизли. Мен шу нарса кетиапти. Бўтти действительно масъулият билан киришганлар. Шунчун ҳам айтиотдилар мен охир битта 6 минут ҳам вақтда, чунки 6 минутдан оттан ютқизиб, бўтти ютқизиб қарасалар переработка ўчиряпти. Биза бошқа площадкаларда Boshqa platsiyatga reklamni demoqchi emasman. Boshqa platsiyatga u mana serial nima obidiniz bo'ladi-yu. Bunaqa emasda istoriya. Qolishadi. Kerak bo'lsa 20 soatlab ishlashadi. Mendan yosh kattaroq aktyor indamasa men qanaqa gapira olaman. Ishlaydi u ham kelaman. Okay, siz bo'lmaydimi men? Biz qancha bo'ldi? Uyga boraylik, biz ham ishlaymiz u ham. Sen u ham u ham xursandda u teatr aktyori. U xursand biroz chaqirishgan hozir. U ko'pchilik ham chaqirmayapti-yu hozir. Унам кутади ўзини пайтини олди. Чиқи чиқоли ёраман деди. Бир ўхшиди, бир ўхшамайди. Не, прикольно. Кстати, ану зрителлиги кимдурга, мисол, интерес бўлса, площадка, рекламный продакшн, можно там сделать по 5 человек экскурсию. Йўқ, а? Да, ещё. Ўртоқлар эшитдингизлар? Прям қизиқадиганлар, ану, не просто 5-6 киши. Комментарийда мана шунда ёзасизлар, мана шу выпуск тегидаги комментарий плюслар ёзасизлар. Биз сизларни биз сизларга жавоб бермаймиз, ўртоқ. Тан олиш керак. Мана бунақа қиламиз. Мана шу комментарийнинг тегида ёзинглар, хатим, хатим, хатим деб, мана мана шу кишининг ўзлари комментарийда жавоб беришади, дава чақиришади. Площадкага келиб, қанақа ишлашини кўриб кетишингиз мумкин. Просто ҳақиқатан бизнинг соҳадан одамлар бўлсин-да, яъни не просто, ну, ҳа, просто қизиқотганлар эмас, просто ҳақиқатан нимадир ўзига олаладиган одамлар бўлса. Продакшн очмоқчи бўлганлар, ёки операторлар, ёки режиссёрлар, ёки актёрлар, ну, ҳақиқатан Бизнес хохамиз. Мана уже 3 киши бор. Не, помимо вас, это чисто под подписчиков. Бизга келдик, нима бўлади? Чем чунчи вкусное бўладими? Конечно. Бизда ҳозир площадкада для всей группы вот это у меня 23 адам бўлса, трёхразовое питание. Завтрак 5 вариант. Сырники, блинчики с мясом. Валлай, эконом қиламиз ўша куни овқат ямаймиз. Обед, мясо отбивное такое, гарнир такой, 5 хил салат. 5 хил салат. Ужин тоже, выборга. Уйга олиб кетса бўладими? Да, я не знаю. Нима дивонман, ўзи, не, мана, тўхтатмаяпсизлар. Қабил бу ҳаммаси. Заказчик стол там вообще. Гайгуй. Заказчик бўлиш керак. Мана, лекин ҳозир Эшитганман, уларни полностью Black Star деги пашуга ўхшатиб ордим. Нимага? Йўқ, ҳақиқатан реклама рынокда, ану реклама. Конечно. Не. Реклама агентствода мана шуни айтишади. Пашуга ўхшатиб ордим, прямо ану идея нималар кетиапти, как структура полностью. А ўзингизни творческий деб ҳисобламайсизми? Творческий. Нет, это слово. Мен айтаман, бу йил ўша Россиядан режиссёрлар билан ишлаб Уляна тритмент, Уляна проработка, Уляна коммуникация, ну, как они брифуют кастинг-директора, костюмер, художник, Ляна бриф, Коткин, ну, как они общаются с актерами, объясняют задачу. Бунарсан Курьяном на кино, я не то что режиссер, я даже, ну... Уровень прям курс от кино, что ты баланда можешь. А там, типа, режиссер, который 500 мин доллара, ну, ролик Ляна Олечки. Малекин ўйлашим бўйича level up ану 2x қўшди, чунки хотя бы бошида Қозоғистон билан ҳам ишлаб кўриш керак-да, чунки ҳозир Қозоғистон анақа яхши иш продукт қилишяпти. Сериал, кино, нима бўлса, музыка. Мисол рекламный продакшн бўйича кетса, сериал, кино, клипы, да. Рекламный продакшн бўйича кетса, ўтти фақат битта нормальный рекламный продакшн бор, Эникей. У Средней Азии было что бринч уровень турады по всем параметрам. И вот мы у них учились. Ишлюди с маном че? Хозостонге бар, ишлеп келюди зам. Маше сохам бойча? Не ишлеп. Вот именно Ургенген бар одам. Эникеге карантин пайтта яздам. Не яздам, телефон кылдам. Таптам через козо орталарам. Телефон кылдам, эттам. Мен сенге там типа... Не уртовойма, я не знаю, не сосед, никто, не брат, никто. Лекин ургачин чарт мана. Он говорит, и как так? Это там, я вот с Ташкента, мамнака продакшн бор, мамнака бюджетли, мамнака охват. Хаммаси это отты манги, все ништяк. Лекин ман дальше бельмян, ман каттан ургяныч. Вот про бельмян. И предъявы да? Ему, короче, унги ёхты то, что он прямой эткен, а?
Ха-ха-ха. Вот для кино, у нас проект бар, Айсултан режиссер. Ха-ха-ха. Димаш Кудайбердиев актер был, да? Типа ке. Сразу бордым. Вот ты хама нарсана, вот как открыли мне, показали. Нема, канака, бой за что отвечает, это за что отвечает. Мне пофиг было на режиссера, мне пофиг было на оператора. Мне именно как у них устроена. Да, как у них устроена площадка. Там вот Ушаннан кейин кайтдым и здесь начал уже менять. В дальнейшем нема барыбыр болмы қанағыдыр желание мен киноге. Пока монетизация не будет, нет. Но в дальнейшем болып қалса, почему нет? Не, пока мысал площадкалар ачылса. Онлайн платформалар ачылса. Бару, лекин онлайн платформалар яқында ачылды. Мана A23 мы деген платформа ачылды. Онлайн платформа. Ну они же уля халы производство, блин, шуғыланмапты. Они же не білмеймін, хабарым жоқ, то есть. Просто киноларды там перевод қылышады и это совсем другое же. Именно отечественный продукт. Мен 5.32 сериал режиссерінің подкастына көрдім де, өте отты. Мен өзі талапчан мен деп отты де, жүді строгий мен деп отты. Менде амбицияларым күшті деп отты де. Но бюджет қысқа деп отты. Бюджет қысқа, актер хайрон қалады. Сен мен талап қойсаң ку, нереалды нәрселер талап қойсаң, хаммасын вақтыда зор қып берсең талап қойсаң, не тек актер, оператор, хамма нәрсені хисобқа алыш. Өйтіпті, тура деп отты. Сен бізіқмасай кім қылады деп отты. Бюджет кем? Сен жақсы ойнамайсың. Тұрмы? Мен бюджет кем? Мен талап қоймаймын. Но бұны кімдір білсе керек деп отты. Бұл стандартларды білмесең, бізде кино болмайды деп отты. Мен маша жақсы кинодан біз алсайды деп отты. Кейінчелік роялти болады деп отты. Оша кино хақыдыр шығады деп отты. Майлы, біз пул таппаймыз, но кейін пәкеленіп маша арқасынан пул тапады. Лекен біз маша нәрсені білмесек деп отты. Бу нәрсені оқыдар. Түгемейді деп отты. Хақиқатан мен шу пікірді қолдап-қуаттаймын. Немеге? Хозір вот бізді пәкеленеміз, айнан шұнақа пайтқа кетіп келіп, біздің қолымызда хамма нәрсе. Жалғыз қылышарды, алданам жалғыз қылышарды. Біздің алдан қанша? То, что кино болмайды, у болмайды, культура развиваться қылмайды. Бұл нәрсе болады. Хозір біздің қолымызда. Ол данымен сіздің қолыңызда, менің қолымда, мәсі нәрсені бізіп, шығарып, өзіміз қанадыр, немедір алып. Нәйерні? Йо, сізге қызу болмаслығы мүмкін хозір данымен мен. Сабап, мені 3,5 елде болса, нема, если общий оборот взять, 1 700 000 где-то уже келді. 1 700 000 доллар оборот. Продакшена. Это факат куча рекламные ролики. С этого оборота заработал я, прям квартир сумма заработать, как я вам был сам, нет. Зарабатывать я буду только вот Егерма Учинчиль, да, Бошля. Потому что все остальное время у меня был, это только мой опыт. Бяка, а это как, а московский режиссер, ма, пуль, это. Брат, я до сих пор на съемной квартире живу. Аренда, да. Я не купил еще себе дом, я не купил себе квартиру, хотя оборот 1 700 000. Да. Мальдивы за канал дом обкелдили. Мальдивы, а, Бали. Да, не, я себе не отказываю в качестве жизни, да, типа. А футбол как оттал, дили. Качество жизни нельзя этот, где ты кушаешь, как ты кушаешь, куда летаешь, это нельзя отменять. Но я говорю о больших каких-то крупных покупках. Сабаб, у меня все в бизнес. Йо, бижутерия. Яхсы. Пополам дама деньча. Дамаге? Хоп. Хайсы бара? Все перегрывается. А бізы қыздырпыша дейді. Зачаточный вид нама деяна? Эмбрион. Эмбрион, да. Узбекистанда хала хамарасы эмбрионге оқшейді. Медиа соха эмбрионге оқшейді. Факат медиа мас любой. Ну, хоз медиа хақыда я просто гаплэш отканыгіміз үшін. Лекен біттен асаны күзаттам. Мам карантин давомида. Худ ушунақ блогерлар йўқ эди. Вайнерлар йўқ эди, субъектив ҳам йўқ эди, адашмасам. Ну, демоқчиман, урвинди блогерлар ҳам йўқ эди, мамнақа вайнерлар ҳам йўқ эди, ҳар хил тиктокерлар ҳам йўқ эди. И бирданига шунақа бум бўлиб кетди, шунақа баланд даражаларга чиқиб кетишди. Худ ушунақа бўлиб қолиши ҳам мумкин, мам медиада ҳам. Нимадир қанадир ўзгариш. Біз көзімізге көрінмеген мәселе. Қанадыр өзгеріш, оны үй өсіп кетті. Білмеймін, карантин өзі, ну, это трагедия десе болады, тұрым. Много людей умерли и так далее. Мен де пахан заболел, потом елі откачали, вылечили. Но мен де
глобально на меня карантин повлиял прям плюс. Сабап, мам, продакшн, ну, как бизнес пересобрал. Полностью пересобрал, собрал заново. И біз, мысал, алдын, карантиннан алдын, максимум ойге икте, ойге уште ролик производство клады, оно максимально мощное. Да. Карантиннан кейін 12 ролик. Спокойно. Қана қылып үлгіресің? И мен яна уша пайт менде в штат 28 адам болған. 15 адам қолдырдым и 12 ролик. Вот. Біз Средняя Азия бойынша британское консульство исследования қылышу, да? Во время карантина бизнесы, которые ёпылмады, а наоборот развитие кетті. Узбекистанда с каждого, короче, каждая республика, да, Козова, да, и какие-то предприятия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и так далее, мы попали в эти предприятия. Абстракт, британское консульство нас отметили, то, что был продакшн, короче, карантин, поэтому... Портла тоже, да, вообще, карантин, ну, куп, рокуп, тур, или вот оно. Бобты, рос, я ишхақды яблэш петти, озы вообще, нема буатты, канағып ухловас, канағып турвас, нема лакуас, ман бугун нема кыллис? Бүгін нема қылдым. Офиске бардым, дота ойнадым, кейін залға шықтым. Дота 2 ойнайсыз, дұры? Дота 1 қышкен ойнамасы керек? 1. 1? Рөғе? 6. 1-1. Багдан білім 1-1 отырамыз. Так-так. Алды ойнердім. Дота 37-ші ма, карты бүген пайтыла тоқтатыкен ма? Мен білмейм, менге қазір сәлі зеркерлі болды в целом, потому что бизнес как продакшн автоматизировал. Ха. Уже без моего участия хама нәрсе кетіп отты. Сіз замбе ма? Да, мен фақат, бірінші встречеге барамын заказчик біна, бюджетіні оламан, контракт оламан, болды кет, ану, болды кет ашыман, там все уже решается. Ха. И от этого менге сәлі зеркерлі болды. Ха. В целом. Ну вот, я не знаю, сал был чуть такой депрессивный, да, сам болел, да, сабап, канагдор покупка, да, канагдор поход в ресторан, канагдор поездка, да, за рубеж, у нас как канагдор, как раньше, эффекта нету, вау, какие класс, какие, блин, что-то новое, и это бортомонно, как, я не знаю, как мягко сказать, канон, мягкие цифры, кто-то может сказать, зажрался, как бы. Да, как... У меня чуть... Кризис, канагадур, хысқуаз, дейт, орыма? Да, вроде хама нәрсіз ол. Алдың хурсанчили оладыған нәрсаларызнан хурсанчили омеапсіз. Да. Ихэй, мазы чунама. Вроде хама нәрсіз ол, там, типа, и женка бар, и кита болям бар, успешный бизнес есть, но вроде намадур етішмепті. И ма хазыр факат битті выход көрдім, это вот дети. Болдарым, болды. Фокус болды. Факат, сабап, ұндан алдын, там, год назад, я так с семьей не сидел. Ха. Воспитанием не занимался. Ха. Факат, ищ. Болы, я мұзы коттыра болып қолды, ма инстаграмды күзетіп тұрған. Уже интересный. Қызызге қазы нечі аш? Учиярым. Учиярым еш. Мәні қызымна азгенші коттыра болып кәнді, я? Учиярым. Яқсы. Уже котты болғаннан кейін, уже адаге көпро интеллиж болады ма? Алды мұнаға болмасты ма? Не, в целом не было. Хич канака связи болмаген. Контакт болмаген. Менде сабап канака мышлен болген. Болларым бар, болды уланы будущины обеспечить қолшым керек, болды мән ешке. Пульто қолам, мән, все женка, сам өзен халқыпты шын. Да. Вот такой мышлен болу. Хазыр, йо, хазыр, мән полны. Карен, стабильность. Хамен арсы стабильность кеттіклер. Будет депрессия, по-моему, тоже из-за стабильности. Урталар из знакомы, уйдегілі женка, хама. Оно стабильно. Сыз уляна уже полностью блёс. Что за человек? Кандо хапа хакующий змунком, кандо хурсан хакующий змунком. Оно уже все это знаете и нету ничего нового. А вот балле, это дети, это как бы харкуна на мадру енгели уляден чихата. Харкуна. Я это воспринимаю как уен, РПГ такая игра, в длинную жизнь. Да. И фагат охр дэсэс. Левел лохазу ошвот. Да, левел ошвот. Харкуна на мадру узгарватты, улян мяс, узгарватты, улян действия узгарватты. Сыз унге, как вы в эту игру играете, как правильно построить. Фагат, как хайот охр дэ чунас, ану. Юткизма и юткиздизма, на самом деле. Ну, правильно вы воспитали или нет? И поэтому у меня факат фокус хоу боллерами. Даже не женьки ел, факат боллер. Все. Ну, боллеги бугены яхсы. И озы, манам яқында боваткен арсы, кризистан қадам ташап уже чықып келдім, сәйін болады. И шу нәрсеге ярдан берген
bitta informatsiya o'qib qolganman, o'qib qoldim, ko'rib qoldim, xullas, u уже не важно. Кризис bo'lgan payt, оказывается, odam уже qanaqadir stiklanli patologga boshi yetgan bo'lar ekan-da. И masjiddan yoki siz qadam tashab o'tishingiz kerak, idarshi bo'lsangiz. Chunki o'zishda har doim chegarasi yo'q o'zi aslida. Yoki уже qadam orqaga tashab, уже mashinadan qotasiz. И mani fikrim bo'yicha siz o'zi пробивной bo'lasiz. O'zi bundan chiqib ketasiz, hali ko'rasiz, mana shu krizga rahmat deysiz. Deb o'ylayman men. Просто вот misol 23-yilgi qanaqa plan sizda vot? Mandami? Da, vot. Globalni takoy plan. Bu mana globalni planlardan aytaman, o'zi aytmoqchiman sizdan. Zo'r savol bo'lib qoldi-da, просто tema bo'lgani uchun aytaveraman. 23-yilga productionni yo'lga solib уже sekin kadrlar ortasiga o'tish. Chunki rejissura, производство. Rejissuraga, o'zi rejissura bilan shug'ullanardim, men kliplar olardim, reklama roliklar olardim. Bunga jiddiyroq qarab, boshqacha yo'nalishda qarab, uja bunga ko'proq urg'u berib turib, ekranni ortiga o'tish sabablari ko'p o'zi, hammasini aytgim ham kelmayapti. Bu sabablar ko'p. Osha asosiy plan 23 ga. Ha. Menda asosiy plan 23 ga, всё так же вот hozirgi qotgan ishimiz, podxod i tak dalye, просто 23-й yil o'tib ketish kerak, всё, o'sha stabilnostda. Sabab bor. Объясню nimaga. Production ochishdan oldin men eshitardimda byudjet, ana rolikka byudjet $10,000. Ha. Menda anu как $10,000, как клип грамотный $10,000 и шляться более до ролики. Как, ну типа камера моя ликиз там $300, оператор там $200, актер машинчик, бу машинчик. Как клип грамотный и шляться более. Не так то, что 5000 олдис, 5000 чунчи изги солдис. Правильная смета, правильный маркап, маркап у сезафойдис и так далее. Уже поэтому я не знал. Сейчас мы снимаем ролики там, эту думал, контракты брузить мы шминги амоги. Хозер мэнда знание, без проблем, оно, $500,000, битты данные ролики, и герма вот секундли, грамотно сезге расходует хабиралима. Ха-ха-ха. Оно, прям будет все не просто там $250 ролики кетты, $250 маги кетты. Да, грамотно, да. Вот, все спицы будут работать. Но бу знание ланы, ман бу йилда полный набор қилдим бу знаниялар. Я не знаю, где использовать. На вот, ну, просто не понимаю. Какайсы заказчик бу бу сумма $500,000 бер олмайди. Да, хали яна 1 йил, 2 йил бор, чтобы там ҳозирги ана 50000дан 150000га чиқиш учун. Вот, поэтому 23 и, наверное, 24-инчи часть года факат стабильность, узмы заищем, как делали, так и продолжать делать все. А расширение будет чача? Масала. Расширение кылу, продакшн на абстрактан холдинг орду. Абстракт мы сол заказчик телефон кладу, ролики рейду. Все хорошо. Мы сразу сурим, бюджет какой? Йо, бюджет сыз эти, а бзады машина волшна наду, неч фулу ладу узы. Мы сразу это, бзады сегментация, бзады абстракт бор, Лунар бор, Нексус бор, Квантум бор, у Квантум вообще репортажка, ивенты, бизнес-ивенты и так далее. Я говорю, Нексус там 5000 нам больше надо. Лунардан 10000 нам, абстрактан 30000 нам больше надо. Ушанья харап уже, хотя харбитта продакшнда руководитель хархал, юрфирма хархал. Опять ишки уткет, да? Ишки уткет, я узнаю. Мана кызықтырады ён нәрсе, ваш иште. Пул ма ё иш ма? Иш? Пул. Промышленный кризис имбор, то что уже какие-то краски их нету. Маше, это оно, балки натуру чунтрыганы, узбетелы азгинча кинолама, леке маше яркий боптурган краскалы, нанам яркий робоп кайтады. Нанам яркий робоп. Сан кризис дадинку. Энди түшүнтүрүш керек да, бу психологический, душевный, ички кризис деп түшүнтүрүш керек да. А, кана. Адамлар кризис, моддий кризис ойлошту. Кризис эмес, ички дүйнө, ички кризис. Адамдын өзүнө, ар бир адамдын өзүнө кризис пайтлары болот. У жаштыгынан пайда болгон нерсе, мына биринчи кризис адашмасам 3 жашта башталды. Кризис 3 жылда өтө, уже не хочу, не буду, капризлар каналдар башталышы мүмкүн болот. Undan o'tib bola уже boshqacha stadiyaga o'tadi, o'zini rivojlanish stadiyasiga. И bu krizlar davomiy ketaveradi.
mana ayol kishilarda o'ziniki, erkak kishilarda o'ziniki. Eng katta krizislardan biri u krizis среднего возраста, erkak kishilarda это 40 yoshli bo'lib turib уже shunday yoshlardagi yugurishni xolab qolasiz, futbol o'ynashni xolab qolasiz, nimalarni xolab qolasiz. Lekin уже спад. Да, lekin уже будто спад. Siz aytdingiz-ku уже zerikyapman, ish protsessidan zerikyapman dedingiz-ku. Men hozir YouTube'ga ja kirishib ketdim de i ko'ryapman Qozog'istonda zo'r produktlar chiqarishyapti de. Har xil media, yumor, musiqa, hamma narsa. I mani anaqa meda ambitsiyam juda kuchayib ketyapti. O'shani ko'rib, ey o'ylayapman, biz ham shunaqa produkt qila olamizku deyapti. Maksimalni bir xil, balki undan zo'rroq produkt qila olamiz. Bo'lmoq qila olamiz. YouTube'da именно. Lekin просто bitta o'zingizmas-da, butun rinok bu narsani qilish kerak. Qozog'iston nimasi zo'r, ular birinchidan splachonni, ikkinchidan ular hammasi nimadir qilishyapti. Misol ularda даже вайнерларда гильдия бор. Hammasi связьда, группалар бор, между собой общаются. Bizda unaqasi yo'q-ku, aka. Bizda anu bitta segmentda типа конкурент, уже сосед по цеху дейлят, да, оно? Сыз вайнер, ман вайнер, легин конкурент. Сыз вайнер мы сос? Китсе, я хоз ваше бурл китарда. Конкурент. А у леда наоборот, мамондо сплачонны. У... Мам битте, козодам, ищет моя ма, оно, то, что один казах про другого казаха что-то плохое скажет. А, бурбурни умолна вейн. Ищет моя, а, бзе козодам, блин, ищет моя, мы за, вот здесь я нанимал там, Азмадулатов, Абиш, у леда даже, оно, бзе да айдос ищет, оно, козо, узбекский казах, происхождение казах, шустрый бол, да, оно, а так он узбек, с Заравшана. Вот он работает, и вот Абиш Азамат Дулатова говорит, коза, да, учанчан, шустрый. Вот, это вот простая такая вот мелочь, и они нахваливают и себя, и друг друга, и поддерживают друг друга. Бзаде он... Узбей, да, учанчан, шустрый. Нормально. Не, ну, бзаде сал бун нарсе йо. Хаммас узан конкурент добыли, да, соперник добыли, да, я умнее, я смогу, я это. Хакатан бор бун нарсе. Менде я мэшнага нарсе болярда. Инде актёрмызе, нема, бошкалай харид, Тахмин, с моим сегментом, барон герой любовника берешь, да? Не. Вас уж и герой любовника в основном берешь, да? И харизм, кем не я на берешь, так? Палончики, мустанчики, а мам уладан на мадур фарком больше кереки, не заменим больше кереки, уладан устура больше кереки, не мам на голову. Кем был дамки? Улану юланиш барон башкача, улану иджиросту башкача, манда башкача. И наоборот, бзе, хоз, бргелешкенам изде, балки, Бошка, немного проект характер. Мзе. Надо просто всем объединяться и бошка вариант его. У, а ну, даже если Хозер Бейште студия отчился, YouTube, Revolge Land, Рамс, ДС, мне кажется, кем легко, да? Объединяться, субъектив, когда босс, сори. Вот теперь мой. Субъектив қадам басты, яна YouTube-та кімлі бар? Көпчілік обороты де, YouTube-та. Нема гэп. Нема гэп. Это подкаст. Нема зор-зор варшат. Адашмасам, сілі ордан берген сілі, улеге техника бойча. Не-не-не, сами-сами-сами, улесам. Ну, йоки нема гэп, йоки The Best подкаст кема. The Best кем, просто участвовали, но... Ну вот, нема дурды ордан берген, значит, ану гэп барид де, чуки ора. Вот, сіз хозру эттизу, ану, еле-еле вспомнили икита нарсаны. А, вот-то прям ты-ты-ты боб кетчик. Да-да, Қозоғыстанды қоу проектаны перечислять қысыз, ану, ну не хватит времени. Шу, аке, просто. Мәлі, солыштырыш керей мәз, просто харагат қылуыш керей, харагат дегенде болады. Солыштырышты, немеген, мотивационный солыштырыш қолма, дей ма? Мә зор мотивациялы нәрсе етей мәсіліге. Мә как раз мәші подкаст үшін тәргелі қып, бітті насан әсіліп қолудым. Мәң жүдем еққаны, дей мұнарсы? Бәлкі ордан берер сіліге. Қайзі дұр. Hayotiy momentlarda. Xullas, 1989-yilda adashayotgan bo'lishi mumkin. Uverenni gapirish kerak edi, mana shu yil deb turish kerak-da. Xullas, bitta britanskiy uchoni, конечно же, britanskiy uchonida bunaqa narsalar chiqadi. Laboratoriy kalamushni olib turib, suvga joylashtirganda, i kalamush 15 minut daqiqada
yaxshi suzayotgan bo'lsa ham, anu chirpillagan nima qilgan, bilasizmi o'zi? Eshitganmisiz? Endi oxirigacha eshiting. Harakat qilganda, no, charchab cho'kishi boshlagan. Shu payt doktor uni olgan, doktormi nima? Uchonni, britansk uchonni uni chiqarib olganda, kalamushcha sal dam oltirib turib, yana tashlagan. Ikkinchi safar tushgandan keyin o'sha kalamush qancha ushalgan? O'sha tog'arada, suli tog'arada qancha turganda bo'lasizlar? Qancha charchaganda bo'lasizlar? 1 soat. 1 soat? 10 sekund. 10 sekund? Не. Пласту? Я думаю, это история про мышку, которая сбила этот. Не, у нас команда. Ну, охшаш история. Икинчи марта ташлаганда 90 соат ушаган ўзини. 90 соат. Биринчи мартада 15 минутда чарчаган, икинчи марта 90 соат ўзини ушаб тура олган. Нима учун? Чунки бу сафар икинчи мартада уже билган уни қутқариб олишади. Шу нарсага ишонган. А, умид. Успехга уже изначально ишонган. И ўшанчунан ҳаракат қилаверган. Ракеттам. Зўр нарсада, мен жуда ҳам ёқтим бу нарса. Ҳақиқатан ишонса нимадирга? Бўлади. Кечроми, тезроми, ну бўлади бу нарса. Ишониб ҳаракат қилиш керак. Ҳаракат қиладиганлар кам. Ну да. Да. Я не знаю, манда энг главное, ну, кимдирга у кам сўрайди там мотивация, нима, чё, как. Здравый взгляд и стратегия бўлди. Я просто, ну, бор мана романтика, который ишониш керак. Прожигать надо верить, надо еще он что-то. Ну еще он что-то харакетом колись керит. Да, и у меня вот типа ебаш. Да. Коль, все. Ебаш. Би-би-би. Уа, на как. Короче, коль. Все. И факат, ну здравый, как я не знаю, как на английском это перевести, со здравой оценкой. Ха, мантыку юк атмаста. Да. Барбар хил адамлар, ну проекты, это да, мамнака проект хмок чима. Мне сразу сказал, а что за этим стоит? У нас гений, нема. Более хоп, миллион просмотров дальше, нема. Вот миллион просмотров дальше. Он ответы минимум эти вот как, например, субъектив делает коммерцию там интеграция ха-ха-ха. Ну сейчас она уже заработок бор. Вот просто у меня всегда вопрос, а что дальше? Более сам мам был на РСГ ечти, там вот такой контент ты сделал, а что за этим стоит? А что это потом как в что превратится? Купчилду уже понимание ее. Дизайнер более мандида, йоги там, я не знаю, айтишник более мандида. А для чего? А зачем это? Ну типа. Мам, че бейзотки, хамасан хусок топ кларкалле. Да, мада, ну канчи вахт. Охрда нема боле, да? Канчи маржа. Ну мам, че тру ростеки асам искусство баргам пульблан хусоплансе узакка бормиде. Ўшаншам. Ўзи ман битарса айтаман, ну, мани мотивейшн кучли эмас. Хўп, мани мотивейшн кучли эмас. Тушундим. Эмоциональный мотивация барига несравнимы. Великих художников возьмите, великий художник Ван Гог, это вот из разряда. Это же голодные художники, он у ящиган пайт, у них чиким чуммаген, дорама, уляна. Да? Ну, очень что дали, да, мы блярдим, знаешь, что у нас такие апрессии, очень что дали, на нормальные ящики. Нормально, плюем боги, на хамас. Это изредка. Вот 99% художников их во время жизни не признавали. Убивали, не признавали. И там, Ульян Нанкен, Юзиль Нанкен, это великое. Вот сыз, машина художник, Бугис Киот там, вот чтобы вот Хайот ты сыз хвост, да, подкаст хвост. Все четко. Сыз бу нарсаги ишон хвост, лекин адамля бу нарсан чумят. А у Ульяны из Даньки, подкаст был вообще по делу, короче, искусство. Вот я об этом. И Майдмоджи Мурасам, оза творчество Кылымоткен пайтады, сон ляге етбор берш кере, лекен зациклиться кылыш керемез, де? Основу гелш керемез, Мурасаны. Процесс оздан. Эмоцияны осы көпке борады, узаққа борады. Ушан айтмоджи ма. Оза, чунки көп... Ман просто за то, что вот... Мысал, даже просто аудитория, просто если даже художником или творчеством хочешь заниматься, сначала сделай фундамент кагенин наки, пейм, пассивный доход, и кто уж ты бизнесе им бору. Сова, ерым, мы заграм фундамент,
А? Бля. Он сейчас таким серьезным лицом. Пассивный доход обкелтер волыш кереде. Хотя бы. Потом заниматься творчеством. Мана манда ёп пассивный доход. Манда мё. Мана хама доходом активный. Хотя бы не. Роста уже съемкала, да? Сізді қозы как раз пассивный гауд керек, тұрым получается, да? Тұры, нұмады қылаз, барман регулировка қып тұрас, но барман мұнақы дәрежеде мәз. Демақчы ма, мәнді в основном ерталап чықып кеткен, кеч пәйт келі ма, чарчаген эмоциялы чықып кеткен. Волк. А, ваши бурры. Мұнасына қочмақчы ма, но нұмы үшін мәшінаға бұл қолы етуді ма, кімдірге? Делик, вообще пул мотивация больше yeah. Ким дурги эркинли мотивация больше yeah. Эркинли омага умр давомида эркинлиге интеллиан леки ола омага вообще чумаса yeah, yeah. Ма ано мотивация бойчет мошедим просто даже футболистлер не мосе хозырги футболистлер мана Криштиану омили Златан нам ойнаватыку ёшы котты Менімші, яда мені мотивейшен яда, яда, яда шо футбол, яш көрады, ұшан-шан шо футбол ойнаватты, шо яшта, шо яшта өзіні формада ұшап юрпты, яшлеге меді, пасравнение с молодыми, яш ойнаватты. Форы бермейді. Форы бермейді, ұшан ночым. Просто, окей, если сытый желудок будет, он не разочаруется в своей работе, он, оно, Бор шунакаранги творческие адамлы, которые верят в свое дело, клешватты, и вот когда они становятся голодными, они все бросают и уходят вообще в другую работу. Хэ, бор шунакаранги. Вот на ушаны, оно сытый больше скорее, да, не голодных художников. Ушан-ушан здравая кешки, да, Здравая оценка, творчество, космос, ну ладно, дизайнер ты, творчеством хочешь заниматься. А извините, NFT-ги, тащи там биттейки-то картинка, чуть-чуть оттуда начни заработать и делай здесь искусство вот во благо всего мира. Да, я да, не знаю. Да, да. Вот я вот об этом. Ман куп одам на курган, ман который загорелся, ну, мам на каишка, ну, вообще это будет да. Ноу-хау для Узбекистана. Учайдан кейін оны көрваме, и чүмәді адам пүл керей, ойда пүл сөріші отты, женка пүл сөрі отты, в жопу мән кеттім ваше башқа ешке. Түрмәдері ислам әпсіла ма? Ева мәнді мұна қылмаген? Но ол жүдейім оқшаш ситуацияда бұкенді. Ай, орталы. Ушәнге, салам тәнді, Салам хайат мұн мейді? Йо, білмейм ам. Ортала хамаге рахмат... Салам дымақ чекам. Сөрешмә дейм асылы ғонекам. Ортала хамаге рахмат көтекам. Маше випуска ахыр кече көрген елі үчін. Яққан боса подписка дәшіп қоямыз. Яқмаген боса коментарийді яқмады. Мамы нәрсе деп язып қоямыз. Конструктивны критика бізе яқтырамыз. Адди критика яқтырмаймыз. Ошан чу? Оди критикани ўзингизга ўшаб қолинглар. Бекка, раҳмат каттакон, бизга энергия билан бўлишганингиз учун, ҳамма бўтди. Кўпчилик ўзига мотивация олди, азгинча энергиясидан ҳам азгинча ухлатиб олди. Раҳмат каттакон, биз маза қилдик, сиз маза қилдингизми? Да, да. Этоман, ну, биринчи подкаст ўзбек тилида. Узур, ярымта там рус тилида кетувди. Узур, ну, надеюсь, субтитр қўямиз. Поймут, да. Да, баъда қўйб. Субтитр қоямыз, деп бада қоямыз. Бопта, хамаға рахмат. Бу подкаст. А, бу подкаст. Бу подкаст. Бу подкаст. Бу подкаст. Бу подкаст. Podcast.